Торжественное открытие соревнований пройдет в субботу, 26 октября, в 10 утра в Центре физической культуры и спорта «Жемчужные Югры». Для участия в чемпионате и первенстве готовятся 37 спортсменов с нарушением слуха. Они будут представлять 6 муниципалитетов Югры – Нефтеюганск, Нижневартовск, Югорск, Радужный, Сургут и Сургутский район. В рамках события пройдет семинар по правилам проведения и судейства соревнований по плаванию людей с ограниченными возможностями. Его проведет судья всероссийской категории Елена Граблина.